Здравствуйте, меня зовут Дарья, я студент магистратуры, учусь второй год на факультете HCI, то есть Human Computer Interaction, на английском языке. Я бы рекомендовала студентам сюда приезжать и учиться, потому что Таллиннский университет предоставляет большой спектр различных предметов интересных. И что самое, наверное, для меня полезное, что нету рамок, которые меня ущемляли бы. Я могу выбирать то, что я хочу. Хочу спорт, я набираю такие предметы. Хочу языки, какие там, итальянский, испанский. Я выбираю такие языки и учу их. Это дает мне тоже АП дополнительные, которые я зарабатываю как студент. И плюс это меня развивает еще шире, чем моя профессия.